Кстати говоря, о куркуме я уже говорил, но еще раз напомню, если у кого-то вдруг ЧП на кухне и вы порезали руку, сразу же засыпьте куркумой. Прямо так присолите куркумой эту рану, и вы видите, как на глазах у вас будет сворачиваться кровь, и будет стягиваться кожа, и кровотечение остановится, и порез очень быстро будет заживать.